Ребят, всем привет! Проведем сегодня розыгрыш, который был у нас в воскресенье. Те, кто участвовал, естественно, смотрите и понимаете, кто из вас победил. Победитель будет один. И кто он, я обязательно скажу. Значит, сразу перейду к конкретике. Вы смотрите на экран, я буду мышкой показывать. Я вот не могу понять, неужели впадлу поставить слово «да» для данного видео. Неужели это сложно? Даже те, кто участвует, ни хрена не поставил. Неужели на радостях или просто забил? Да, слово от вас, это означает то, что мы видим, кто с нами на постоянке. Лайки – это лайками. А тот, кто ставит «да», мы всегда видим, как бы что. Данный человек всегда просматривает наш ролик для полного анализа. Ребят, если мы что-то делаем и как-то пишем обязательно для того, чтобы что-то улучшить, и вы пытаетесь, не имея понятия, что же, а для чего это надо, нафиг да писать. Ребят, делайте все, как я скажу, и тогда мы выживем. Подписывайтесь, чтобы ни хрена не пропускать. И погнали дальше. Значит, первый участник, мы делаем обновление, сначала новое комментарии и погнали. Зоя Карпович, просматривать не будем, как я уже говорил, это все сделано неправильно. Но чтобы было понятно, Зоя Карпович показывает для вас отдельно. Вот вы написали сумму 3850. Дальше в ответ заходите и строчите остальные суммы. Ну, допустим, вот вы написали сумму, отправили. Дальше опять вот сюда раз, написали сумму, отправили. Вот это и есть то, что здесь в главных вы написали 3850, дальше вы написали под ваш комментарий остальные суммы. Для того, для чего это делается, я не буду говорить, просто делайте, как мы говорим. Вот и все. Это будет удобно не только вам, но и нам. Идемте дальше. Здесь без вариантов обсуждать не будем. Дальше Ирина Урюпинская. Ну что хотела сказать, да, исправил человек, наш подписчик, как правильно все делать. Вот видите наглядный пример, 5700, и дальше она под это все выставила. Ой, вот, открываем и смотрим ее варианты. Вот они есть, 4500, 3700, 6. Ну, это все как бы, да, человек старался, но, как мы обычно говорим, не угадал. Дальше. Тамара Тарачева. Все сделала с первого раза. Неужели кто-то подсказал? Вот видите, как это правильно делается. 4000 поставили. И дальше под эти 4000 вот здесь оформили все суммы, которые пытались угадать. Все суммы пытались. Достаточно хороший разный разбег. Там 4700, 5300, все дела. Просто усраться можно. Но... К сожалению, вы не угадали. Вы самое слабое звено. Слово «прощайте» мы не будем говорить, потому что это розыгрыш. Мы будем их разыгрывать практически каждую неделю. Не стоит унывать, огорчаться. Обязательно выиграете. Не переживайте. Папа за базар отвечает. Идемте дальше. Татьяна Михайлова. Все абсолютно правильно сделано. Вот 5600. Дальше. 7800, 6300, 9. Ой-ой-ой, да сколько ж там? Там столько денег не могло было быть. Почему? Потому что это вторая волна. На вторую волну всегда меньше дадут. Всегда там около, не буду говорить сколько, но меньше. О, ну это вообще десяточка. Если бы до Кабы, мы бы давно уже ездили на Мерсе. Все было бы неплохо, если бы такие суммы были бы нам в помощь. Нет, абсолютно нет. Дальше. Рома все сделал правильно, то же самое, все под категорию пустил. И суммы, я не знаю, с каким настроением данный подписчик это писал. Писал, старался, но, как мы обычно говорим, не получилось. Ничего страшного, есть все равно один победитель. Как я уже сказал, допустим, если эта сумма 6700,
плюс-минус 100 рублей. Допустим, 6600 или 6800. Тогда вы победили. Или 6700 в точку, да? Или 6750 тоже победили. Вот из этих категорий сумм, если они есть, вы победили. Ребят, идемте дальше. Без вариантов, Рома, не получилось. Ну ничего страшного, будем пробовать в следующий раз, все получится. Ольга Харченко. Что хотелось сказать? Здесь практически наклевывается победитель. Я не буду говорить, какая здесь сумма самая настоящая, но Ольга Харченко пока первый победитель. Если, конечно, я не ошибаюсь. Ну ничего страшного, идемте дальше. Девочка тоже немножко здесь неправильно понавыставляла суммы. Потом она исправила, что сделала абсолютно правильно, что приблизило практически данного подписчика к победе. Она вовремя успела все исправить. И смотрим на ее цифры. А цифры здесь практически такие, знаете, внушительные. И что мы видим? А видим мы тут... Ни хрена мы тут не видим. Пропускаем мимо, победителя нету. Дальше, Владимир Лебенко. Многоуважаемый Владимир Лебенко. Что это такое? 5999. Но это же вообще... 7999. И тут сразу... Да гуляй! Душа, 12550, 10900, 15800, да куда такие суммы, ребят, здесь вообще это барахолка, это же не какой-то там, я не знаю. Дальше, вот абсолютно новый пользователь, я ни хрена понять не могу, Ваня Рожков. Ни разу ничего не бронировал, но тем не менее он молодец, он попытался, он написал. И вот смотрим его варианты. А у него варианты как бы практически хороши. 4800, 5, 5, 5, 5, 5, 600. Вы знаете, практически второй победитель наклевывается. Идемте дальше. Аленка Марченко. Ребят, смотрите, внимание на экран. Значит, открываем, смотрим. Ну, тут, знаете, плюс-минус 100 рублей, как раз они не помогли. В любом случае, тут пролет. Дальше. Так, ребят, только без обид, не надо гнусавить, переживать. А мы стараемся, и не выиграли. Да вы ж не напрягались, в принципе. Это розыгрыш. Это всего лишь, ё-моё, розыгрыш. Это же не каторжный труд, который вы проделали. Что-то придумали для барахолки. Для того, чтобы это было там интересно, красиво. Хотя можно. Розыгрыши бывают разные. Вы предлагаете. Обязательно нужно предлагать, собственно, с вашей стороны, как это говорится, со стороны всегда виднее. Мы в этой каше уже варимся долгие годы, и мы уже, ну, у нас голова кипит. А у вас есть возможность со стороны прикинуть и придумать для розыгрыша новые какие-то интересные розыгрыши. Извините за тавтологию. Дальше. Петров. Смотрим. Так, тут была пятерочка, 5300, 5500, 5650. Ребята, без вариантов, и вы меня извините, но 5. Ну почему сразу не сделать там сумму 6 с чем-то? Вот было бы неплохо. Ну да ладно. Все было бы ДКБ. Любаша, да. Почему не участвуем? Почему? Я вообще понять не могу. Неужели платный был вход? Подожди, а кто устроил это дельце? Кто-то платно, что ли, сказал? Смотри, ребят, если кто-то что-то как-то, вы обязательно всегда скажите автору канала, мы все это порешаем, у нас тут целое кодло, и поэтому каждый хочет что-то тянуть на себя. Я здесь самый главный, я здесь босс и я король. Если что, обязательно, либо на звонок, либо на канал сообщить о правонарушениях. Мы по Ашурику все порешаем без базара.
Наталья Дыбань, молодец. Но неправильно выписывать все суммы в главных. Дальше, ребят, идемте. Пример, как правильно выписать сумму. А, это я пример писал, да ладно. Я, ребят, просто смотрю не на сам экран, а на видеокамеру, и поэтому смотрю, как оно все получается у вас. Здесь Ирина Урюпинска повторяется, и за счет чего? За счет того, что она сначала написала неправильно, потом... Но что хотела сказать? Вот здесь неправильная сумма как-то там... Ну, короче, вы поняли. Здесь все есть как бы сумма, которая практически была, но она нет. Там, короче, ребят, тут как бы нечего смотреть. Победителя 2. А там вы сами обязательно пересмотрите, собственно, свои суммы, потому что мы говорим, может быть ошибка со стороны автора. Поэтому вы перепроверьте. Хорошо, победная сумма, внимание, была 5800 рублей. Это значит, у кого была сумма 5700, 5750 или 5800 или 5850 или 5900, те, естественно, победили. Приходите за подарками, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки. Всем пока!